В центральном почтовом отделении филиппинской столицы, известной достопримечательности Манилы, вспыхнул огонь. Пожар начался около полуночи в воскресенье в подвале неоклассического пятиэтажного здания, сообщили представители полиции и почтовой службы. Пожарным расчетам удалось взять огонь под контроль в понедельник утром после 7 часов тушения, в том числе с использованием беспилотников. Сообщается, что один человек получил легкие ранения. Власти начали расследование, чтобы установить причину возгорания и определить, что именно повредил огонь.